тебя кость красивая была. Что у меня? Горится лапами, прыгнул, а? Полупородистый охотничий пес Булат любого гостя приюта для бездомных животных готов принять за хозяина. Он мечтает иметь свой дом и служить человеку. Но пока живет в компании таких же обездольных собак и кошек. В приюте больше сотни питомцев и одна нянька для всех – волонтер Татьяна Савицкая. В свободное от работы время она приезжает в приют на окраине Самары. Накормит, напоит, уберет вольеры и погуляет с каждым животным. Для нее они все как родные дети. Я с детства везде подбирала собак на улице, и ну, тогда с этим было совсем все по-другому. И сколько себя помню, всегда всех подбирала. Теперь у меня есть больше возможности реализовать свои душевные потребности по спасению и помоганию животным. У меня дома живет кошка из приюта, взятая на социализацию, так она у меня и осталась. 2,5 года назад дачный участок превратился в приют для бездомных животных. Вольеры для собак и домики для кошек построены по российским стандартам. За образец взяты лучшие питомники страны. С улицы животные попадают сначала в карантин, потом в общежитие. Для больных работает лазарет. В общем, все как у людей. Существуем мы благодаря помощи неравнодушных людей, исключительно благодаря ей. Кто-то помогает транспортом, кто-то помогает в оплате приема ветклиники. В Самаре до конца года отловят и стерилизуют почти 2300 бездомных собак. На это потратят 27 миллионов рублей. Животные с плохим характером останутся в приюте, а добродушных отпустят на свободу. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, «События».